Примерно 2-3 недели назад мы поднимали тему странных надписей по всему городу Брянску с рекламой каких-то, похоже, запрещенных препаратов. Это порох, дымок, все остальное, сайты, телефоны по всему городу. С этой проблемой мы вышли в СМИ, газеты распечатали эту статью, а также обратились к президенту. Президент переслал в МВД, МВД в Брянск УВД, и вот получили ответ. Со слов Брянского управления МВД мы были неправы, так как контроль за оборотом наркотиков сообщает, что информация об отсутствии барбарно-механических органов, совмещенных на стенах домов номеров телефонов, подтверждение нашла. Вот как. У МВД области осуществляется не только работа по оперативной проверке информации, содержащей указанной рекламе, но и организуется работа по выявлению и ликвидации подобной рекламы. Хотя я вчера ходил, опять эту рекламу везде видел. В рамках всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», проводим даже год. Проблема состояния наркотиков, когда привлекает внимание населения города Брянск, что мы сами сделали, привлекли внимание населения. Повышает эффективность деятельности ОКО на МВД по Брянской области по своевременному выявлению мест рекламы наркотических средств. Но эти места рекламы до сих пор существуют, и не знаю, телефоны работают, не могу сказать. Поступающая от граждан информация аккумулируется в МВД, выдается в Брянскую городскую администрацию, а также специально определенным администрацией ответственным лицам в каждом районе города, все руководители ЖКХ, которые в свою очередь организуют ликвидацию надписей. Но вот этого мы не видели. Надписи как были, так и есть. Направляя в МВД отчеты о проделанной работе. В 2016 году в рамках антинаркотического мечника «Брянщина. Жизнь без наркотиков» проводилась акция «Народный наркоконтроль и антинаркотический субботник», направленная на пресечение рекламы наркотических средств и место их приобретения. Таким образом, органы внутренних дел не только осознается значимость, поднимая ваши проблемы, но принимаются меры по ее решению. В РИО начальника подполковник полиции Миронов. Вот такой мы ответ получили. Хорошо бы, что правда борьба эта проводилась. Вот такой ответ.